2021 yilda O'zbekiston Respublikasida mustaqillikning 30 yilligi nishonlanadi. Ayni vaqtda futbol bo'yicha mamlakat terma jamoasining ko'p yillardan beri jahon chempionati final bosqichiga chiqa olmayotgani o'zbekistonlik futbol muxlislarida ko'plab savollarni uyg'otmoqda. 2022 yilgi jahon kubogi bahslaridan mosuvo qolgan O'zbekiston terma jamoasining Argentinadan keltirilgan murabbiysi Ektor Kuper o'rniga bosh murabbiy etib Vadim Karlenovich Abramov tayinlangan edi. Futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasini 2 yilcha boshqargan Vadim Abramov ham Saudiya Arabistoni bilan bo'lgan falokatli o'yindan keyin iste'foga ketishga majbur bo'ldi. Moskvaga shaxsiy safar bilan kelgan Vadim Karlenovich O'zbekiston futbol ishqibozlarida yig'ilib qolgan savollarga javob berdi. Hurmatli Vadim Abramov, meni savolim shundan iboratki, futbolda qachon mansabdor shaxslarning farzandlari emas, ya'ni O'zbekistondagi talanti bor, haqiqiy futbolni sevadigan futbolchi bolalar o'ynay oladi bizning terma jamoamizda. Как правило, хорошие футболисты выходят из бедных семей. Поэтому я не знаю, с чего это взяли, что у нас только дети богатых играют. Но это совершенно не так, как мне кажется. По крайней мере, я не знаю, назвали бы, какого сын богатого человека стал футболистом. Я таких списков не знаю, честно говоря. И когда ко мне приходит футболист, я никогда не интересовался, кто у них родители. Поэтому ну, это, так, знаете, обывательский такой вопрос, мне кажется, просто человек просто должен был задать сейчас, наверное, я не знаю, с чем это связано, такой вопрос. Чет элде оладиган мурабилар машина билемиз. Масалан, Жозе Муриньникини, Зиданникини. Ма сиз қанча олгансиз? 2 йил ичида интервью қилгансиз. Ман шуни билмоқчи эдим. Сиз олган маошингиз. Ну, у меня был контракт гораздо меньше, чем, естественно, у них, у перечисленных тренеров. Я бы не хотел сейчас озвучивать свой контракт, поэтому я не думаю, что это будет правильно. Я его отрабатывал, мне его назначили, я с этим согласился. А там какой он, какая разница? Я не люблю считать чужие деньги и вообще не советую это делать никому. Мне не интересно, кто сколько получает, честно говоря, поэтому какая разница, сколько получал я. Я это скрываю не от болельщиков, от своей семьи, от своей жены, можно так сказать. Хорошо. Сізнің фікіріңізше футболда коррупцияны ілдізі білен йоқ болып кетшілік үшін неме ішлер қылыш керек? Ну, мне это вот слово коррупция, она, знаете, сейчас это такое слово популярное, обширное. Я не знаю, что имеется в виду под коррупцией, да? Коррупция. Она не так уж ее много в футболе, как просто о ней говорится. Наверное, как и в любой другой отрасли. Просто раздуто, может, СМИ так преподносится. Но коррупция, она мешает всем. Безусловно, когда что-то происходит вне закона, это всегда влияет. Поэтому глупо отрицать, что это будет, конечно, сказываться. Мурабилик пайдариздаги эста колган галаба, вашунин тескарысы мурабилик. Ну, я думаю, что, конечно, в Катаре, наверное, потому что открытие. Да, это на Кубке Азии. В Катаре мы открытие Кубка Азии и полный стадион, все, конечно, открытие турнира и играть против хозяев всегда это сложно. И когда мы выиграли, наверное, это, потому что мы чемпионами Азии не стали, но мы добрались до полуфинала. И это, в принципе, на сегодняшний момент самый высокий показатель для сборной Узбекистана на Кубке Азии. Ну, крупное поражение, конечно, неожиданно. Мы Австралии проиграли 6-0. Но этого, конечно, никто не ожидал, что мы проиграем 6-0. И по игре не должно было так случиться. Но с течением обстоятельств так получилось. При счете 2-0, когда у нас удалили игрока, я понял, что мы эту игру не выиграем, потому что полуфинал, финал мы не проходим. Оставшись десятером. Я поменял, троих футболистов выпустил, мы десятером остались. Я троих выпустил футболистов, которые до этого не принимали участие. Они были молодыми, и я думал о будущем, потому что это будущие игроки сборной. Но эти ребята вышли, и они пытались, вышли доказать и себе, и мне, и хотели переломить игру. Побежали, игровая дисциплина была, отсутствие игровой дисциплины, они побежали вперед спасать матч.
А нам на контратаке стали забивать. Ну и так и получилось. 6-0 проиграли. Узбекистан качан жахан чемпионаты чихады. Хамма футболистларымыз, мана хамма давлатлар сотып алыпты, ойнапты, лекин неме өзімізге ойна алмайды. Мен шул нәрсе хайран қаламын, қызықамын. Шул нәрсені білмекчімін. Ну, сложно сказать, когда она выйдет. У нас все время бывает, до этого были шансы, как бы. Но в последний момент что-то не получалось, и какие-то причины были. Ну, задачу президент страны же Шавкат Мирамонович поставил до 30-го года. Наша сборная должна попасть в 50 лучших футболистов мира. Лучших команд мира. 50 лучших. Я думаю, если мы к 30-му году будем на 50-м месте, то реально это 100% попадание на чемпионат мира. Но для этого надо готовиться, непосредственно проводить игры с сильными спаррингами, которые входят в как минимум в двадцатку лучших по рейтингу FIFA. Если такие игры будут, у нас сборная сможет подготовиться к чемпионату мира. Вадим Абрамов билан болган эксклюзив сухбатнинг толук версиясини Озодликнинг YouTube, Facebook, Instagram тармоқларида тамоша қилинг.